Друзья, свежие новости. Компания NVIDIA придумала Super Slow-Mo. Автомобиль Tesla загорелся прямо в процессе движения. Компания Oppo представила необычный смартфон, а Павел Дуров получил престижную награду. Компания NVIDIA придумала для искусственного интеллекта новое применение и продемонстрировала свою новую разработку – систему ИИ для создания замедленного видео. Метод называется «многокадровая интерполяция переменной длины». Для реализации данного метода используются две разных нейронных сети. Одна оценивает изображение, объекты и переходы, а вторая занимается интерполяцией оптического потока. Систему обучали на видеороликах канала «The Slow-Mo Guys». Использовалась система глубокого обучения PyTorch и аппаратный комплекс с неназванным количеством ускорителей NVIDIA Tesla V100. Специалисты говорят, что нет предела того, насколько можно замедлить исходное видео. К сожалению, о коммерциализации технологии речи пока не идет. Похоже, NVIDIA тянет с выводом на рынок видеокарт нового поколения вовсе не из-за отсутствия конкуренции или каких-то прочих таинственных причин. Если верить источникам, причина намного проще. Сообщается, что крупный азиатский партнер NVIDIA вернул компании 300 тысяч графических процессоров. Ситуация обусловлена ослабеванием спроса со стороны майнеров. NVIDIA же, в свою очередь, нарастила закупку памяти GDDR5, видимо, чтобы из возвращенных GPU сделать видеокарты. В итоге компания получила неожиданный запас адаптеров, которые необходимо продать до вывода на рынок нового поколения. Есть вероятность, что данная проблема обернется благом для потребителей, так как цены на видеокарты NVIDIA могут снизиться. Пару дней назад в Лос-Анджелесе случился очередной неприятный инцидент при участии автомобиля Tesla. На сей раз проблема была вовсе не в автопилоте. Автомобиль Model S неожиданно, как утверждает владелец, воспламенился прямо в процессе движения. Владельцем, к слову, является достаточно известный режиссер Майкл Моррис, ответственный, кроме прочего, за некоторые серии популярного сериала «Карточный домик». Tesla отреагировала на ситуацию, заявив, что она расследует инцидент. Последний был назван чрезвычайно необычным. Компания Oppo представила необычный смартфон Find X, фронтальная и основная камеры которого установлены на выезжающем модуле. Таким образом, когда этот модуль спрятан, ни на фронтальной, ни на тыльной стороне устройства нет ни единой камеры, из-за чего смартфон выглядит очень непривычно. А еще тут нет сканера отпечатков пальцев, так что для блокировки смартфона нужно использовать либо пин-код, либо графический ключ, либо технологию распознавания лиц. Что касается параметров, то тут все привычно. Дисплей OLED характеризуется диагональю 6,4 дюйма. В основе новинки лежит однокристальная система Snapdragon 845. Также в конфигурацию входят 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ флеш-памяти. Фронтальная камера характеризуется разрешением 25 мегапикселей. Основная же получила датчики разрешением 16 и 20 мегапикселей. Oppo утверждает, что на открытие модуля уходит всего полсекунды, а вот на закрытие нужно намного больше времени. Oppo Find X интересен не только из-за своего дизайна и конструкции. Это первый аппарат Oppo, который появится в продаже операторов Европы и Северной Америки. Стоимость новинки составит примерно $700. Напоследок есть повод поздравить Telegram, который все еще пытаются заблокировать на территории России. Кстати, подписывайтесь на наш новостной канал, ссылка в описании. Премии Союза журналистов Казахстана удостоился Павел Дуров. За принципиальную позицию против цензуры и вмешательства государства в свободную переписку граждан в интернете премией в номинации «Интернет-проект» награжден основатель социальной сети ВКонтакте и создатель мессенджера Telegram Павел Дуров. Неделю назад Московский городской суд отклонил апелляционную жалобу Telegram, представители которого заявили о том, что обратятся в Европейский суд по правам человека. Друзья, спасибо за внимание и подписывайтесь, если вы еще не с нами.